кредитов и дебетов и похожих на них людей. Моя душа миллионер. Никто не переубедит меня, пока волокита на линии верь. Душа миллионер. Может, они не видят, либо ты в таком периоде забыл, что у тебя душа миллионер. Всем привет, меня зовут Крафтс, и сегодня мы сделали материал для журнала Rhyme. И тут пацаны мне сказали достать все, что у меня из рюкзака, и прокомментировать это. И я как бы достал, сейчас буду комментировать. Значит, первое, что я достал из рюкзака, это фрисби, которое случайно у меня там оказалось. Недавно в него играли. Мы вообще любим фрисби. Потом карточка Аэрофлота. Мы недавно присоединились к программе и летаем теперь с этой темой. Вот, счастливый доллар, который я с собой таскаю уже много лет. Выпал из кошелька, который вот такой в стиле в стикербуковском. Потом сам стикербук расклеенный уже. Вот. На стикербук.ру можете заказать. А, компьютер, значит, мой 11-дюймовый супер студия моя, на которой происходит все мое творчество. Здесь все текста, все биты. Это как бы самая важная составляющая. Как бы моя правая рука. Потом тачка, значит, ключи. Потом альбом Жеки Дидура. Это тоже проект Presny Family. Постоянно его слушаю в тачке. Потом мой iPhone. Тоже, кстати, застикербученный. Жесткий диск со всем важным материалом прошлым и будущим. Ну, естественно, предохраняемся. Очки для байка. Здесь же для экстремальных видов спорта. И тачка для байка. Вот что у меня было в рюкзаке. Спасибо. Ваш Крафтс, вселенский обниманец. Осталось поднажать, либо валить, либо подать. Придется выбирать когда-нибудь. Твои нули внутри. И ты человек мира, и тебя еще не погасило.